Беларусь готовится отметить День народного единства 17 сентября. Автовелопробеги, диалоговые площадки, челленджи, скоростная сборка карт пазлов, субботник в Хатыни. Идея прозвучала на Всебелорусском народном собрании и поддержана президентом еще в 2021. В Могилевской области урожайность картофеля почти в полтора раза выше прошлогодней. Уже убрано почти 17% площадей. Аграрии используют многолетние наработки и передовые технологии. Белорусские сорта легко адаптируются к условиям климата и долго хранятся. С начала года в Могилевском регионе произошло почти 500 пожаров. Погибли 52 человека, в том числе один ребенок. МЧС напоминает, в осенне-зимний период самая частая причина огненных трагедий – нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования. Бобруйчанин украл у приятеля более 7600 рублей. Молодой человек встретил на улице подвыпившего друга. Местный житель напросился в гости, дождался, пока тот уснет, и похитил круглую сумму. Мужчина безработный и неоднократно судим. Преступник задержан, возбуждено уголовное дело. В Бобруйском районе благодаря профсоюзам материальную помощь на подготовку детей к школе получили больше сотни семей. Рюкзаки, канцелярские принадлежности, одежда и обувь. Бюджет составил почти 8000 рублей.